Алроса ежегодно выделяет 1 миллион рублей на охрану диких северных оленей. Этой работой занимается спецотряд «Запад», пресекает браконьерство, ведет учет и мониторинг диких оленей, регулирует численность крупных хищников. Средства идут на снаряжение и технику выявления незаконной охоты в период массовой миграции оленей. При содействии компании в 2021 году создан резерват «Алроса Рендживер Чекановский». Он нужен, чтобы сохранить места литовки маточного поголовья лена оленёкской популяции дикого северного оленя. Экологи компании совместно с учеными Института биологических проблем криолитозоны мониторят миграцию дикого северного оленя при помощи спутниковых ошейников радиомаяков. В период массовой миграции оленей по территориям промышленных предприятий устанавливаются часы тишины для техники. В целях безопасного пропуска стада через технологический проезд до Верхнемунского месторождения оборудованы места перехода оленей. Поддержка специального отряда «Запад» – это очень важная инициатива компании «Алроса». Жители нашей республики должны знать, что дикий северный олень находится под защитой. Запущено много разных проектов по информационно-разъяснительной деятельности, а также поддержке рейдов, просветительской деятельности, научно-исследовательской работы. Компания «Алроса» уверена в том, что эти и другие природоохранные мероприятия позволят нам совместно сохранить уникальную популяцию дикого северного оленя и оказать поддержку жителям коренных малочисленных народов республики, ведущих традиционный образ жизни. За 3 года спецотряд «Запад» выявил 187 административных правонарушений. Из них 4 громких уголовных дела переданы в уполномоченные органы. Браконьеров накажут.